А перед началом данного видео я рекомендую подписаться на канал Клео. На его канале можете найти различные мини-игры, SkyWars, постройки. Так что заходите и подписывайтесь. Ну что ж, начинаем. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Скиритор, и это уже вроде как 64-й выпуск моего русского города в Майнкрафте. Ну что ж, на сегодняшний выпуск будет обновление маленькие, я всего лишь построил полицейский участок. Ну что же, в городе у меня был только один полицейский участок, и как-то это мало даже было, и я построил еще один, то есть таким-то образом он выглядит довольно-таки прикольно, мне нравится его окраска и стиль вообще довольно-таки прикольный получился, он получается как-то в виде буквы П такой вот. И что ж, давайте посмотрим, как он выглядит внутри, хотя давайте еще немножко облетим снаружи. То есть таким-то образом он выглядит, все симметрично, хотя нет, не все, вот это окно, конечно, не симметрично, ну ладно. В общем, так это все выглядит. И давайте зайдем внутрь и посмотрим наши планировочки. Вот, и что ж, у нас при входе имеется такая вот лестница. Вот, имеются также дофига кабинетов, как в обычном полицейском участке. И имеется дежурный, где можем подать там, я не знаю, заявление или спросить, что, где, когда. В общем-то, неважно, ладно. Заходим, допустим, в этот кабинет. У нас вроде... А, вот, это у нас кабинет-архив. То есть у нас тут разные данные о жителях хранятся. Точнее, об этом районе. Потому что в первом полицейском участке у меня тоже есть архив. Так что будет, допустим, об этом районе. Вот, информация. Так, дальше у нас, помню, туалет есть такой вот. То есть у нас тут, допустим, мыло, зубная паста. Хотя я не знаю, зачем это нужно тут. Это всего лишь туалет. Неважно, тут у нас имеется на раковина, где можем умыться. И имеется две кабинки, конечно же. Вот. Итак, ребят, давайте зайдем тут. У нас, да, комната дежурного. Тут, допустим, какие-то бумажки хранятся. Вот, тут у нас на столе ручки, все такое. И все, в принципе, да, ребят. Давайте пройдем дальше. Вот, в этот кабинет у нас, ну, обычный кабинет, где у нас сидит, допустим, полицейский, и что-то там заполняет, пишет форму. Вот, дальше у нас имеется тоже какой-то кабинет. А, точнее, мы можем тут поговорить с полицейским, то есть рассказать о случае убийства, там, блин, не знаю, о чем, в общем-то. Я вообще в этом не шарю. Вот. Делал все наугад. У нас имеется такой вот склад, где у нас хранятся разные вещи. Там полицейские дубинки, оружие, все такое. Так, дальше у нас тут идет снова кабинеты. Такие вот обычненькие. Тут тоже кабинеты. И на втором этаже, в принципе, тоже кабинеты. Я не помню, что... А, там есть особенное. Это такая вот... Такой вот обезьянник. В принципе, такой вот у нас обезьянник получается. Вот, на 4 места у нас имеется туалет. Ну, в принципе, да, такой вот обезьянник. Кстати, вот, выйти отсюда можно кое-как. Только смотрите, вот... Богоюзание, короче. Вот, кнопочка. Боп. Кликаем и выходим. Вот, а кнопки находятся на полу просто. Ну и то же самое там. Тут у нас кабинет такой стандартный. Давайте перелетим на ту сторону. Тут у нас тоже 4 кабинета имеются. Они все одинаковые на самом деле. Вот, то есть такие вот у нас кабинетики получаются. Ну и вот, в принципе, такой вот у нас весь полицейский участок получился. Ну, по крайней мере, все самое нужное есть. Ну что ж, а с вами был Скиритор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.